think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня битва замков, и сегодня веселый видос. Опять открыли маркет, добавили шарики. И больше всего радует то, что активность на немецком сервере просто зашкаливает. Реально, многие ребята сюда ушли. Почему вы сейчас, в принципе, увидите, кто играет на немецком сервере, кидайте заявочки, вступайте. У нас нуба гильдия наша развивается, скажем так, так будет, тут уже нафигачил дофигища всего. Так, сейчас надо записать пропуск богатик. Сделаем так и сливе. И сливе первого места. Вот так вот у нас будет. Атака форту у нас. Места не хватает. F20.00. Вот так вот. Чик. Чё, не хватает? Не хватает места, что ли? Походу, да. Давайте тогда сделаем вот так, попробуем. Короче, что-то оно, блядь, от меня хочет. Наверное, значки русские не поддерживают. Похуй. Потом разберемся, короче. Не, все нормально написала. Странно, это, наверное, типа сохранило. Так, скидайте заявочки, кто играет, а мы поехали открывать халявные плюхи. Что у нас сегодня есть? У нас есть вход, как обычно. Сейчас посмотрим, что здесь интересного сегодня у нас. Так, gold packet, понятно. Фонарики, кстати, на немке открыли. Завтра, скорее всего, будут и на русском сервере должны быть. Так, а какой халявный подарок я хочу? Конечно, четвертую карту. А вдруг отсюда что-то выпадет? Вот реально. Такс. Ну, все равно синие слизни тоже прикольная тема. Так, у меня эти прокачанные. Давайте сейчас посмотрим, кого я хочу еще качнуть сейчас. Тиму Фобушка у нас есть. Ну, в следующем... 100% я буду качать оккультиста. Поэтому все сливаем в него. 9-10. Ну, неплохо. Немножко его сейчас подкачаем. Хватает тут героев. Единственное, кого здесь не хватает, это Фреи. Ну, с таких имбовых Фрея, Фен и Космо. Все. Ну, наверное, у многих их не хватает. Такс, отлично. Поехали дальше. Эту акцию я давненько уже не заходил. Сейчас позажигаем опять. Вряд ли мы дойдем, успеем. Так. Что еще у нас интересное есть? Так, для донатов. Вот здесь я уже забирал. Нету в этот раз здесь... Мария этого. Ну, поехали. Самое интересное. Самое интересное это вот это вот.
базар маркет за один самоцвет и, как обычно, за 1100. Три раза у меня... Сейчас мы заберем так, чтобы все забрать. Три раза у меня здесь плюхи были 10 по 30 с копейками. 31. 31 огник падал. Сейчас у меня 160 осколков. Сейчас пооткрываем. Самое ненужное. Открыл окно, потому что нереально просто так. Надеюсь, вон там не сильно шумит. Так. Докидываем сюда. Растет силушка у нас. Так, наверное, надо посливать еще этих мелких. То нам места 100% не хватит на все. Там у нас что за плюхи такие? О май гад! Что-то какую-то дичь я пооткрывал. Так, собираем это все. Так, это эмблемки у нас. Блин, ремка. Вот мне ремки реально не хватает. Я даже собирать ее так не хочу. Это бред. Дротить как раньше. Так. Что у нас по плюхам? Тут забрали, кстати. Надо тут тоже немножко фармить. Хоть какие-то плюхи дополнительные будут. Так, 164, 163, 175. Поехали. Опять, ребятушки, вот такая вот халява здесь раз в неделю. И это не может не радовать. Многие спрашивают, откуда у тебя роза на бездонатном аккаунте. Оттуда же, откуда и другие топовые герои здесь собираются. Так, ПДшечка неплохо, космик, начало уже есть, ну скины вот на здание, да, например, то есть собираются тоже реально очень быстро. Фобушка 25, но у меня фобушка целый есть, бум, 10-10. Так, ну теперь самое интересное, давайте так, розочку, 10, ну сейчас осколка 2, наверное, упадет, как обычно. 3, ну немножко не угадал, но даже так неплохо, это все равно халява, 3 осколка, итого у меня уже получается 163 осколка, особо не задротствуя, то есть я не играю там, не бегаю в лабиринте, да, не фармлю, силу я не поднимаю, в основном я собираю его вот с этой акции и плюс фонтанчики, которые здесь тоже регулярно открывает. О, у нас уже 10-10, отлично. Так, кого мне еще надо будет такого стоповых героев? Тыковка у нас десятка, надо будет ее тоже апнуть. Можно по чуть-чуть фобушку апать. Такс, 66. Надо, блин, кстати, стирачку искать. 5400, ну давайте возьмем, посмотрим, что там еще в этой сумке нам выпадет интересного. Переименовать ник так, из ворот, ну тоже неплохо. А, кстати, у меня же есть, смотрите, у меня же есть дофигища вот скинов. Сейчас, может, еще на кого-то скины затащим. По-любому сейчас затащим нормально скинов. Я завтыкал, но тут же куча сумок есть. Сейчас будет изи, ребята, прокачка. О, Анубис обычный, походу, качнется сейчас. Скин. Что-то я мучился. Реально же коробок дофига. Отлично. Сейчас с вами скины прокачаем. Все какашки сольем. Вот так вот без доната живут. На
немецком сервере. Такс. Питомцы. Постепенно надо будет, кстати, левел им поподымать. Потратить манку. Выбрать деньги. Позадротствовать. Такс, поехали сюда. Поехали в скины. Посмотрим, что у нас тут интересного появилось. Профессор Риббит, здравствуйте. Есть. Одержимый, которого нету, тоже есть. Кстати, надо будет зафармить. Стрелок, отлично. Это очень радует, то, что есть скин на стрелка теперь. Вот, смотрите. Землеройку надо еще скин. Ворожей тоже в скине. Отлично. Ронька. Огонь. Анубис. Вообще изи. Сердцеедка. Тесочка. Все, больше у меня таких скинов нету. Дальше уже прокачка идет за... ХГшки, ну, определенных мы, конечно же, улучшим. Так, этого можно улучшить. Стрелка тоже можно немножко потратить. Тоже улучшим. Анубис. Тоже, в принципе, можно улучшать. Ой. Ой. Потому что я им пользуюсь. На тыковку есть. Дед Мороз вообще 400 с копейками. Тесочка, кстати. Ну, в принципе, я ее использовать. Давайте сделаем. Счастливое число. Получится или не получится? Шесть. И шесть. Вот так вот. Изи просто. Какашки, блин, посливали. Зато скинов накачали. Так, кстати, и скины на здание тоже у нас. Может, что-то есть? Добавилось? Да, добавилось. Но мы не будем. Мы силушку испортим. У нас силушка именно. Смотрите, реально за неделю прибавочка. Сейчас посмотрим, сколько у нас осталось. Так, сколько у нас с вами осталось... Вот. Да собирать осколков наводника. Так, это что у нас? Дерево, альфа-самец. Зефир 70. 163 осколка. Да, еще чуть-чуть. Ну, меньше повезло, это такое. Меньше больше, но самое главное, что мы это сделали. Вот так вот. Вот такие вот, ребятушки. Дела, кидайте заявочки, вступайте. Немецкий сервер. Еще не открыта новая локация. Всем удачи, всем пока.